Я Азмановский Никита, руководитель Тюменской молодежной инициативы «Ковчег разума». Это зоозащитная инициатива, которая занимается привлечением общественного внимания к правам животных. Сегодня на открытии Всероссийской недели добра совместно с экологическим обществом Green Helpers мы решили организовать акцию. Наша задача – привлекать внимание к значимым экологическим и зоозащитным проблемам. Поэтому мы решили в рамках недели добра дать возможность людям принять участие в привлечении внимания. Поэтому мы предлагаем детям порисовать на асфальте мелками зоозащитные и экологические рисунки, предлагаем им получить конфеты, сами раздаем листовки, рассказываем людям о неделе добра и о наших инициативах. И я надеюсь, что в будущем проблемы экологические и зоозащитные будут всегда подниматься на различных акциях всероссийских, и зоозащитники никогда не будут оставаться в стороне от общественной жизни.